Тоника снова с вами. Продолжаем разговор о том, как дети учатся. Второе правило погремушки. Когда малыши бодрствуют, они постоянно двигаются. Знаете почему? Мы не отдыхаем, мы учимся. Так мы тренируем наши собственные нейроны для соединения в дорожке. Когда я держу погремушку далеко и близко, я осваиваю понятия тише и громче, например. Могу ли я удержать игрушку? Как сильно ее нужно сжать? Как расслабить пальцы, чтобы она упала? До рождения мы находились в закрытом пространстве, в невесомости, и уже тогда освоили много полезных навыков. А сейчас мы тренируемся видеть, слышать, управлять моторикой и ориентироваться в пространстве в новом режиме. Мы не просто таращимся на игрушку, но формируем основы, которые нам пригодятся на всю жизнь. Но когда мы приходим к вам учиться игре на фортепиано, вы предлагаете нам постоянно говорящего преподавателя и книги с правилами. Это убивает нашу мотивацию учиться. Вы заменяете наши собственные сильные стороны натаскиванием на свои.